Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Хогвартс. Итак, давайте вот гостевая. Ну там, где сохранюсь, там начнем. Гостевая, гостиная, как правильно. Так, подсказка. Белый контур указывает на вашу текущую цель. Режим прицеливания показывает дополнительные второстепенные цели и перекрестие, что позволяет повысить точность прицеливания. Ну да, это действительно облегчает задачу. Так, я выбрал, что у нас, Феникс, по-моему. Там есть змея, вот это вот, кстати, в правом нижнем углу. Это, как я понимаю, ну там, что там, Слизерин, что у них, факультеты, короче. На амбициях основаны, на выживании, насилии и тому подобное. Итак, мы в комнате. Давайте за час нам надо посмотреть, что здесь происходит. График это вообще оттас на максимально у меня не, извините, не идет, поэтому. Хотя она, кстати, я посмотрел, на максималках тоже это не ахти идет. Вот. Что тут делать? Ну давай уходим. Есть как вниз, так и вверх можно идти. Так, вы нас туда не пускайте. И моя магия вам не поможет. Наверное, когда начнется учиться в Хогвартсе и 5-го курса, это странно, да, конечно. Даже не знаю, сюда ли это поставить. Ну-ка, на три поставь. Хочу его идеально разместить, чтобы ему понравилось, но никак не могу подобрать такое место. О, великий золотой плюс, камни. Как бы я хотела помочь вам. Что же еще я могу сделать? Что у меня такое выражение? Я привезла этот росток бадьяна из дома и ужасно комплексую. Бадьян удивительное растение, правда? Думаю, уже понятно, что я увлекаюсь растениями. Приятно познакомиться. Я Саманта. Приятно познакомиться, Саманта. Бадьян ведь успокаивает, использует для приготовление зелий. Точно, я смотрю, кое-какие решения заранее получить заранее. Вообще-то это профессор Фик рассказал мне про рябиновый отвар. Понятно, я слышала, что он занимается с тобой перед началом семестра. Профессор Фик загадочный человек, он предполагает теоретический предмет, но, похоже, немало знает и в практике. Профессор Фик загадочный человек, так, но, похоже, не знает о практической магии. Ну, практика, то же самое. Профессор Фиг и правда довольно много знает о различных видах магии. Ну, надеюсь, он рассказал тебе не только о рябином отваре. Тебе ведь так много нужно научиться. Ну, надеюсь, так, нужно наверстать. А я думал научиться. Ну, суть не в этом. Я не успеваю читать. Поэтому, если хотите, ставьте на паузу и читайте. Приятно было пообщаться. Мне казалось, уфендурцы любят растения. Нет, давайте вот это лучше. Часто ученикам сами приходится... Да, более того, профессор Ческун, который преподает травматологию, приветствует это. А профессор Шарпа ничего преподавателя зелеварения вряд ли устроит. Я ни хрена не понимаю. Где мы берем ингредиенты, ему не важно, ему главное, чтобы зелья были сварены идеально. Так, ну это понятно. Каким способом ты добьешься результата? Неважно, главное результат. Приятно было пообщаться. Мне казалось, пофидурцы любят растения. Что многие... Так, вот давай вот так вот. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Когтеварцы. Обычно да, но в моем семье травологию любят все. У нас дома повсюду растения. Так что в этой плане я, можно сказать, держусь корней. Кстати, девочка красивая, азиатка. Да. Азиатки мне нравятся. Давай, мне приятно было с тобой пообщаться. Говори, давай, и пошли. Nice to meet you, Samantha. Было приятно познакомиться с тобой, Саманта. Удачи тебе. Спасибо, и тебе удачи в первый день. Так. Ты кто такой? Сейчас будет весело. Секундочку, смотри.
Нихрена себе, я бомбу закинул. Что это такое? Фу. Кто-то бросил навозную бомбу. Пойдем отсюда. Не совсем то, чего я ожидал, но что ж поделать. А чего ты собирался ожидать? Я просто хотел разрядить обстановку. Первый учебный день в Хогвартсе обычно жутко нервный. Кстати, я Эверт. А ты куда спокойнее, чем многие из тех? И это после таких приключений на пути сюда? А вообще-то я немного нервничаю. Но почему-то он это не говорит. Было действительно страшно, и я так не могу успокоиться, я тут еще и переживания перед началом учебы. Да не переживай. Честное слово, тут не о чем беспокоиться. Большинство профессоров строгие. Даже меня до сих пор не отчислили, хотя мои шутки не всегда так примитивны. Постой-ка, ты сказал, большинство строгие и несправедливые? А, ну да, но тебе лучше будет составить свое мнение на этот счет. Я это частенько испытываю неприятность. Но я пойду, пока не поняли, что именно бросил навозную бомбу. Мне тоже. Пора идти. Твою ж мать, как тут надо быстро читать. Это, кстати, вот смотрите. Как я понимаю, тут свободное перемещение. Можете сами перемещаться, участвовать, обследовать, исследовать. Видите, туда дальше даже есть. Ну давайте представьтесь Амиту. Пойдем по порядку. Потому что я даже не знаю еще, что можно тут сообразить. Это как Человек-паук игра. О, привет, хочешь взглянуть? Конечно, хочу, давай. Что там? Девушек голых разглядываешь на пляже? О, да, днем мало что разглядишь, разве что крупные звезды, такие как Сириус, Конопус, Вега и Актур. Я Амит. Добро пожаловать в Фонвентан. Никогда раньше не встречал человека. Ну и важно, честно говоря, не советую повторять. Приятно познакомиться, Амит. Значит, любишь астрономию? О, да. Благодаря звездам можно столько всего узнать. А еще ночью на башне под открытым небом так хорошо. Это очень бодрит. Звездочет. Астрономик тебе наверняка полюбится, профессор. Чего-то там. Хрен его знает, честно сказать, не успеваю читать. Наблюдать? За звездами так увлекательно. Никогда не нравилось наблюдать за звездами. Нет, увлекательно. По-моему, очень интересная наука. Когда я тебя обрадую, ты точно будешь изучать астрономию, ведь это обязательный предмет для всех пятикурсников. Тебе наверняка понравится водопашник, к тому же ты даже не представляешь, что можно увидеть в небе, если телескоп хороший. Звучит? Хорошо, увидимся. Конечно, кстати, об учебе мне пора бежать на первый урок. В этом году прямо не терпится вдохнуть запах свежего пергамента. До встречи! Господи, нет, я это понимаю, что любят. Эй, новенький. Профессор Уизли ждет тебя за дверью, поторопись. Кстати, нет, что хотел сказать, я только за учиться. Учиться никогда не поздно, учиться это хорошо, новые знания. Знания всегда полезны. Главное, чтобы они были хорошими. Опа, не успеваю и не смогу. Что здесь? Кстати, я сделал людей поменьше, должны быть поменьше. А то в прошлый раз у меня прорисовка лиц вот такие были. Видите, посмотрите на лица. Второстепенные персонажи. И это у меня получается на средних такая хрень. Да. На максималках не могу, так как нужна видеокарта. И любой желающий, кто хочет помочь мне, как сказать, в материальной помощи, ссылка, куда вы можете переслать то или иное, находится внизу под описанием видео. Да, буду рад любой сумме. Давай, здравствуйте, мадам. Не понял. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню. Кстати, по-немецки почему-то говорят. Я мечтаю об этом. Но все же вы здесь. Так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Ваша ситуация уникальна, ведь вы поступили сразу на пятый курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Конечно. Тем более, что в конце года вам предстоит сдавать SOV, типа ЕГЭ. OWL. Сов. Каких сов?
СОВ – экзамен по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют, в какой сфере вы можете работать. Мы долго говорили с директором департамента магического образования Министерства магии и не придумали ничего весьма необычного, чтобы помочь вам успешно закончить все это. Думаю, правильно читаю. Держи. Вау! У меня есть своя книга! Что-то я не понял, а что листки все разорвались из книги? Что от книги-то осталось? Что это? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на пятом курсе. Типа дневник, которым я контролирую. Это крайне полезное пособие. Советую им не пренебрегать. Хренак, подмышка исчезла. Волшебная подмышка. Спасибо, профессор. Ну что, значит, будет следить за моими успехами в учебе? Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это будет. Идемте, попробуем его. Пойдемте. Что-то на... сюда. Интересно, почему на английском говорят одно-два, там слово «бэк-бэк», а по-русски пипец выглядит. В руководстве найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о чего-то там. Чивава. Тун-тун-тун-тун. Чивава. Тун-тун-тун-тун. Чивава. Тун-тун-тун-тун. Чивава. О-о-о, чивава. Примерно так это будет выглядеть. Во время моей учебы такое руководство так. Попробуй наложить равенную на эту скульптуру и узнать о ней, что... Ага, блять, а я только ушел. Пипец. Так. Собрали данные. Страница руководства. Так, вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет набраться здесь. Да, хрен с ним. Этот бюст создан в честь факультета Хогвартс. Находится в высшей башне Хогвартса. Выполнение испытаний руководства – это единственный способ заработать очки и ХП. Очки опыта ХП. Понятно. Так, этот ваш уровень волшебства, опыт, ХП, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ага. Понятно. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. То есть, мать. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Прекрасно. Каждое испытание имеет несколько уровней, и на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Что-то слишком замучено. Этот бюст, созданный в честь факультета, находится... Понятно.
в башне находится. Так, это что такое? Хочешь показать мне кое-что? Нужно последовать за ней, чтобы пояснить, что это, что она имеет в виду. Но что-то я не понимаю. В данный момент недоступно. Пойдем. Так. Кое-что нужно последовать за ней, чтобы выяснить, что она имела в виду. Ладно. Проследуем. Пойдем, пойдем. Не разбивается. Но долго не задерживайтесь. Хорошо.
Так, минутку, подождите. А, нельзя далеко отходить. 13:21. Что такое? Ревелио. Так. Лумос. Открой. Понятно, ладно. Идем. Господи, какой большой Хогвартс. Это для задротов, что ли, так сделано? Башня Хогвартс обнаружена точка с летучим пламенем. Это перемещение. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте его и найдете центральный зал. Так. Продолжить. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые достигнуты в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета – это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Все, понял. Так. 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 Как мне выйти? Выберите пристройку в библиотеке, чтобы продолжить. Так. А как ее выбрать-то? Так. Так. Центральный зал. Пристройка библиотеки, центральный зал, блин. Хрен разберешься, ни хрена не понятно. В этом плане управление, да, сложное. Тыкать куда-то, что-то там, пристройка, не пристройка библиотеки. Люди напридумывали, люди другие потом ломай голову. Мы на месте, как видите, очень экономное время. Да, лестница ведет прямо в центральный зал. А из центрального зала можно быстро попасть почти в любое место в Хогвартсе. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка. Как вокзал Хогскросс. Так, почему-то я ничего разрушить не могу.
Так, вы вот-вот уйдете слишком далеко от профессора. Понятно. Игра не дает мне самое вольничать. Так, на этом пока все. Сегодня у вас заклинание и защита от темных искусств. А после как можно скорее отправляйтесь в Хогсмид, чтобы выполнить все, что потеряли в пути. Расскажите об уроках заклинания. Вот это интересно. Именно этому заклинанию, чарам, проклятиям жутко полезный предмет. Профессор Ронен вам обязательно понравится. Он очень умный и находчивый волшебник, к тому же талантливый преподаватель. Что такое защита от темных искусств? На уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищать себя от сил зла, притаившихся во внешнем мире. Те, кто хочет стать мракоборцем, должны освоить защиту от темных искусств. Вот это да. Нашим ученикам повезло, что у них столь одаренный преподаватель, как профессор Гекат. Что такое Хогсмид? Надеюсь, правильно сказал. Хогсмиде живут только волшебники. Это единственная подобная деревня во всей Британии. Еще там множество разных лавок. В Хогсмиде вы найдете все, что нужно для учебы. И сможете пропустить по кружке сливочного пива с друзьями. Сливочное пиво. Спасибо, скажи и пойди. Спасибо и уходи. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. And столько стоит предстоит выучить. Happily, your professor. К счастью, наши преподаватели согласились помочь нам с дополнительными заданиями после уроков, так что быстро догоните своих однокурсников. Впрочем, вы и так искусно используете Ревилио, значит, базовые заклинания профессор Фиг вам показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед вашим приездом, особенно случившееся после того ужасного нападения дракона. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Так и есть. Давай, бедным прикиться. На пути сюда мы сделали небольшой крюк, в итоге оказались в таких-то руинах, и хотя тут мне стоит промолчать. В каких руинах? Впрочем, ладно, у профессора Фига должно быть есть причины держать подобное в тайне. Легок на помине. Профессор Фиг, вам не икается? Подожди, я бы не сказал, что сам выбрал такой путь драконовым скрытом. Выбрали нас, профессор. Ну ладно, поболтали, хватит, у меня урок. Так что давайте. Профессор Фиг, у меня к вам просьба, объясните, как пользоваться картой руководства. Хорошо, спасибо. Блин, хвостатый меня там одолевает. Не забывайте про руководство, но оно вам очень поможет. А я буду следить за вашими успехами. Yes, professor. Да, профессор, хорошо. Зайди ко мне сегодня после уроков, и я расскажу вам больше дополнительных задач. Кроме того, нам нужно договориться насчет посещения Хогмита, чтобы вы смогли купить, ну, что необходимо. Так. А их там до хрена. Понятно. Так, задание. Испытание. Так, выполняйте задание, чтобы следовать так по сюжету и оставить свои след в вашем дне. Завершить основное задание. Так, так. Награда, внешнее вид снаряжения, легендарной перчатки. Награда, внешний вид снаряжения, очков для чтения полуправи. Ой, это мне не интересно, конечно. Если, конечно, они бонусы не дают. Задание. Снаряжение. Ну давай, что у меня есть снаряжение? У этого предмета нет волшебных свойств. Так, уровень ячейки характеристики. Так, нет предметных характеристик. Нападение. Без обновлений.
О, а как я, как, так, цей, так, использовать. Ваше здоровье, ваша защита, нападение. Так, что мне дает? Хорошо подобранный. Так, защита 0. Невозможно обновить. Это нет волшебных свойств, то есть продажи. Вау, защита 3. Ну все. Защита. Что у нас с шляпой? Давай, защита 3. Все. Задание, карта, испытание, инвентарь. Так. Школьная форма старосты. Ага. Так, ладно, подождите, блин, надо как-то тут... Ничего, его переодевать, еще одевать. Так, это что, испытание, коллекции, инвентарь. Так, таланты, карта, задание. Настройки. Нет. Точно не настройки. Это... Вот, что мне надо. Так. Среди этих заклинаний, ну, я вообще не вижу. Ладно. Как... Вас. Взаимодействовать. Так. Один. Два. Так, один. Блин, бегать придется. Один, два, три. Их может починить надо, которые чинят там. И тогда только что-то откроется. Ладно. Вот тоже штука какая-то. Давай. Ну, заходи, давай. Вот так. Даже не знаю, в какую сторону-то подняться. Ревелио. Что-то где сыграло. Это видеокарта, ребята, видеокарта. Поэтому собираю средства на видеокарту. А, сюда я уходил. Чтобы не было вот такого. Все, кто желает помочь, ссылка на реквизиты в описании. Что-то я не понял. Мне как, еще вниз надо? Кстати, я подумал, знаете, как можно еще попробовать вот эту штуку. Взять. Вот так вот.
Да, он еще, блин. Давай-ка еще разок. Сейчас она сюда. И... Potato. Нет, смотрите-ка. Так. Куда? Я хочу стать профессором. Да сейчас. Так, сюда-сюда. Подожди, а я куда бегу-то? А, ну все правильно. Сюда-сюда и вот сюда. Давай. Заходим, и правда охренеть, то, что я уже в кепке, переодетый в модных очках. Ой. Просто обработка, просто обрисовка вся это. Ревелио. Что-то где-то сбрякало. Мне кажется, это брякает, это когда что-то он находит. Да? Вот видите, здесь не брякот. А здесь брякот. Где-то что-то есть. А здесь, смотрите, не брякот. Что-то есть. Открывай, давай, заходи. Ох, ты демон, ты, блин, кепки. Давай, ты похож на водолаза, у тебя 4 глаза. Так. Это что такое? И смотрим. Какие-то колонны. Резкость. Мне надо, блин, прям четкая фотография, чтобы была. Давай. Прояви негативка. Короче, колонны, какой-то там проход. Вот это вот очень похоже. Ревелио. Так. А что за тупиковая штука? Лумос. Ревелио. Так. Ну давай спустимся. Ну давай, давай. Я прям знаю, что вы где-то здесь среди ярок прячешься. Так. Давай, 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 давай. Ревелио. Так. Нужны колонны для начала. Попил. Так. Да подождите вы. Ревелио. Вау, дракон. Нет? Что еще ниже? О. Это видел, подождите. Это замок.
Давай, обратно выходим. Ой. Ревелио. Так, это что-то за картина? На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии демонов и темного волшебника Резидиана, вызвав Портонуса в виде мыши. Так. Ты бы мне лучше помог бы. Ты тоже бегаешь? Твою ж мать, и здесь тоже. Lumos. Ну давай, что там? А, тут четко видно портрет. Ага. Вот он. Lumos. Давай, сейчас я тебя обратно. Вот сюда. Все. Собрали. Пока подожди, я сюда раз уже зашел. Хочу. Ладно. Заперто. Ревелио. Ага, интересно, а если бы я на другую, кстати, привел бы, что бы было бы? Нет. Я уверен, что где-то там, они, говорю же, недалеко. Ревелио. Тихо. Вот тебе и прогрузка. Ревелио. Где может быть? Где? Это задание. Подожди еще немного. Подожди еще немножко. Скоро буду. Капитошка. Меня бесит кто-то. Кто? Lumos. Ревелио. Что я знаю, что это где-то рядышком. А найти не могу. Так, это что такое? Это скелет ирландского феникса или... Авгурея – чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик
как когда-то считалось, предвещает смерть. Кстати, если это Феникс, почему общий склеп? Они же вроде загорают и заново из пепла вырождаются. То есть, как вообще? Ревелио. Склет мог это быть. Так. Это собака трехголовая. Блин, чем вы тут в туалетах занимаетесь? Ревелио. Lumos. Нету. Стой. Я сундук опять. Блин, блински. Вот она. Или это не та бабочка? Да не та. Ревелио. Просто портрет. Lumos. Пойдем. Ревелио. Твою ж мать. А вон оно, окно. И как мне тебя туда доставить? Так. Lumos. Подожди. Мне тут настолько интересно все. Ревелио. Еще что-то есть тут? Lumos. Ревелио. Письмо Фигу Блэку. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство мне, кстати, прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на пятый курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенка требует сопровождение наставник, чтобы помочь ему освоить на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финас Найджелс Блэк, директор. Ревелио. А тут у нас лесенка куда? Ничего, что я у тебя тут шарюсь. Я тебя, по крайней мере, нашел. Где ты находишься-то, блин? Сейчас посмотрим, где у нас башня находится. Ага. Вот здесь мы находимся. Ревелио. Выходим. Так скажут, пойди к нему искать. Ну вот, ладно, будем вот так ориентироваться. Так, бабочка. Lumos. Пойдем. Так, нам надо спуститься вниз. И как-то туда пробраться. Так. А, во! Вот и все. Да. Собрал. Ревелио. Что за тупичок тут такой? Для чего он создан?
Не, не сюда, да? Еще выше. А, там стрелка даже показывала, что лучше. А что, у тебя нету, что ли, никакой? Или я у тебя собрал? Профессор вечно нас задерживает. Иногда приходится напоминать ему, что урок начинается. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of Lumos. 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, no it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. Rebellion. Albert Boot. No, Lumos. It was Basil Flack. Rebellion. Oh, fine, fine. It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. Ugh, and you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Их всего 10. А тут цифра 12. Так, лошадь. Лошадь есть. Блин, не понимаю, как эти двери открываются. Ладно. Понимаю, что какая-то загадка должна быть, головоломка. Но в чем ее секрет? С чего надо вести отчет? Так. Если 3, 0, 2. Ну, 2, предположим, даже если это цифра. Надо, чтобы что-то 2 было. Ну, 2 знака вопроса. Здесь 12, единорог 4, вообще ни хрена непонятно. Ладно. Ага. How much longer do you think Black will be headmaster? Так, отправляйтесь в класс заклинаний. Начать задание. Начинаю. Ну давай. Чем-то на Человека-паука немного похоже. Серьезно. Эй, обернись. Тут есть свободное место. Ну это хорошо, спасибо. Привет, я Нати. Как ты? Есть новичок? А с профессором Ренаном уже знаком? Хе-хе, ну что, начнем. Посмеивается. Добро пожаловать на урок заклинания для пятого курса. Должен предупредить, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере владеть искусством заклинаний, но я уверен, что мы с вами возьмемся за занятия с должным рвением и усердием. Итак, будьте добры, откройте учебники на странице 517. Да, себе. Однако, сперва, кто мне скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания роста и заклинания смены цвета? Ну, хоть кто-нибудь? Нет-нет, увы, сейчас уже поздно повторять материал. Хм, да, каникулы сделали свое черное дело. Такое впечатление, что вы все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения. Ну, кстати, шутка, да. Но вы хотя бы поймите, как творить простейшие манящие чары. Похоже, нам срочно требуется освежить память. Класс, разбирайтесь на пары и вставайте друг напротив друга у противоположных стен.
Что ж, у нас для вас учебники — это всего лишь тупые предметы, давайте воспользуемся ими. Соответственно, вы будете по очереди использовать манящие чары и забирать учебники друг у друга. Одного учебника на пару вполне хватит. Мисс Дейл, благодарю вас. Займите свое место. Так. Ну? Акио. That is not bad. Неплохо. А вы быстро схватываете. У вас неплохие задатки. Но помните, толку от задатков мало, если не будете тренироваться. Продолжайте в том же духе, и когда-нибудь произойдете даже мисс Онай. Молодцы, очень хорошо. На сегодня хватит. Что ж, с нами мы вроде бы разобрались, а погода сегодня чудесная. Почему бы нам не прогуляться немного? Проветриться, так сказать. Прошу всех за мной. Да. Ну, кстати, интересный факт. Писательница, которая написала Гарри Поттера, анонимно зашла, как сказать, в клуб любителей Гарри Поттера, там, в чат, вот, под другим псевдонимом, и ее попросили уйти, потому что она в Гарри Поттере ничего не понимает. Это писательница та, которая придумала Гарри Поттера, представляете? То есть люди, которые хрен знает, это сами там что-то о себе возомнили, думают, что тот, кто пишет, он даже ни хрена не понимает о Гарри Поттере. Они прям все знают и понимают. Бред. Да. То есть, если человек выдумал свою страну, свой язык, свои манеры, свое волшебство, и какой-то левый говорит, ты ничего не понимаешь в том, что ты выдумал. Я вот лучше тебя понимаю в том, что выдумал ты. Ну, это бред, реально. Но, тем не менее, можете посмотреть... Стиль, забавный факт. Он это действительно есть. Так что не зря я тут с вами. Я всегда считал, что если из учебы сделать игру, она пойдет куда быстрее. Думаю, игроки в Квиддич со мной согласятся. Что ж, может, лучше продемонстрировать, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра. Верно? Вот как мне надо ловить этими чарами нахрен эти лиски вонючие. Радостный возглас. Давайте, пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Подожди, так этот шар ко мне прилетит тогда, получается. Акцио. Not to worry. Не переживайте. Так, а что, не надо сделать, чтобы они скатились? Очень хорошо. Призывые очки. Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Анап, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Так. Конца эсмоды. Вам... Так, вам синий. Бишап. Давай. Акио. Давай. Let us see this. Так. That is how it's done. Хопа. Нормально. Watch this. Подожди, а я не понял правила, а как мне остановить это? Yes.
Акио. А, все, понял, как остановить. А я думал, кто это, я наоборот думал, что она ни хрена так. А как можно еще-то? Подожди, я хочу попробовать еще. Эй. Блин, надо было правила читать, нахрен. Давайте-ка добавим игре разнообразие, а? Надо было победить мне в этой игре, нахрен. Разнообразие и так более чем достаточно. Это уж точно. Довольно болтать, сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. Этот раунд решающий. Так. Только не падай! Let us see this. Так. That is how it's done. Полтишок. Brilliant. Here we go. Так. Акио. 150. A perfect score. Вот так вот. Remarkable. Прекрасный результат. Поразительно. Ну правильно, если разобраться. Как это победить в поле призывателя? Ну все. Если разобраться, как это работает, то нормально. Not exactly. Он не похож на обычный урок, да? Мне такой нравится. Мне такой тоже нравится. Блин, а если бы я говорю заранее знал. Как? Ну, игра, кстати, да, игра, можно сказать, пока что все идет детское, кроме некоторых логических штук, конечно. Тут ребенок запарится, хотя, в принципе, просто бегай и ищи по подсказкам, по видео. Ну, видео, кстати, по поводу видео. На эти подсказки нужны... разрешение, я не знаю, экран охренеть большой, чтобы эти маленькие вот эти вот картинки разглядывать. Это, блин, такая маленькая хер. У меня экран просто монитор маленький. Ну как маленький? Сколько? Это не монитор, а телевизор даже. Все свободны, не забывайте свои вещи, купленные в 2010. Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила. Да все нормально. Мне потребовалось пара-тройка недель, чтобы освоить акцию. После переезда сюда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Давай, хорошо, что ты меня понимаешь. Приятно это слышать, когда столько всего сразу наваливается, приходится... Сложно, это еще мягко сказано. Я прекрасно понимаю, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Угаду перед четвертым семестром. Моей маме предложили здесь должность преподавателя. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Угаду и перебрались через полмира в новую школу, новую страну. Так. Давай. Ну говори давай быстрее, блин, что-то я борозился при виде бабы. Может быть это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? По большей части да, правда мне пришлось научиться пользоваться палочкой, когда я приехала сюда. В Угаду практически никто ими не пользуется. Ну-ка давай, узнаем про магию. Должно быть заклинание с Курионой без палочки слабее обычных. Вовсе нет, волшебники без палочки владеют столько же мощной магией. У меня творить магию без палочки выходит так-то более инстинктивно, не говоря уже о том, что это полезный навык, если вдруг ее не будет под рукой. Но должна признать, что мне все больше нравится пользоваться палочкой, выглядит намного эффектнее.
Угаду большая. Чем мне твоя угада-то нахрен? It's nice to learn about another. Как же здорово узнать больше про другую школу. Спасибо, что спросила. Я очень скучаю по угаду, но мне нравится здесь, в Хогвартсе. Ой, кажется, профессор Рони хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. Хорошо. До встречи. До встречи. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. Revelio. No, it won't work on humans. Это нашел. О, там ни хрена себе. A word, if you would. Подожди. А я так могу срывать? Нет, не могу. Акио. Давай, говори. Сейчас. You wanted to speak. Профессор, вы хотели со мной поговорить? Хотел, надеюсь, первый урок заклинания оправдал ваши ожидания. Ну, естественно. Но для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. Нет, предсказуемости уже нет очарования. Мы отлично справились. Вам удалось превзойти такую одаренную ученицу, как мисс Онай. Спасибо, профессор. Мне понравилась игра. Мисс Онай – женский и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась. Наш преподаватель с просьбой дать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Ну, естественно. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Хорошо. Так, все, с тобой покончено, правильно? Так. Ух ты, я прямо как это обновился. Птица была. Hello. How was your first day coming along? Так, ладно. Теперь мне надо второе основное задание. Так, доступны побочные задания, можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажками при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Так. Нет, мне сейчас надо сюда пока. Вдруг я еще что-то возьму и сразу уж. А, не сюда, да? Ревелио. Вот так. Она мурлыкает. Ха-ха-ха. А, вот. Блин, из-за того, что это все глюк, переглюк вот так. Ладно. Мы идем сюда. Точно это? О. Давай поговорим. Давай наливай. Поговорим. Hello, Samantha. Привет, Саманта. Приятно тебя видеть. Как прошел первый день? Отличное выступление на уроке заклинаний. Молодец. Давай, похвалю тебя. Мне просто повезло, новичкам всегда везет. Мой брат Уильям сказал бы, что скромность ни к чему, больше верь в себя, хотя он сам, пожалуй, склонен к излишней самоуверенности. Ну, азиатка. Что ж, займусь лучше домашним заданием по заклинаниям, чтобы произвести впечатление на профессора Ронина. Одной удачи мало. Ага. Ладно. Так. Что мы имеем? Ладно. Пока мы ничего не имеем. Да вроде недалеко бежать. Тут у нас что? Ревелио. Ага.
Акио. Нет. А, там, да, там этот наставник. Блин, по этим обширным зданиям бегать. Можно, конечно, телепортироваться, но, блин, еще бы знать куда. Так. О. Ну, хотя так можно было. Давай. Ну, заходи давай. Калич. Ой. Lumos. Ну, а я-то чё не захожу? Revelio. Пец, ты тормоз нахуй. Остолбней. Опа, опа, опа. Рыжик. Так, что-то базарит еще. Ловился. Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного Гриблица? Нет. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров 1878 года. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем восточном Уси? Отвечу, все дело в знаниях. Правильно. Знание — это да. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса. Удивите своего противника, и он станет уязвим. Попробуйте защищиться, мистер. Да, когда у тебя в воздухе-то хрен вернешься. Работай невыразимым. Я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Давай. Бабулька, давай. Давай, мне карты надо чертить же, блин. Вот так. Ух ты. Левиоса. 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 Now, let's try something a теперь попробуем кое-что покрупнее. Так, рыцарь вышел. Давай. Ну. Интересно, моя сила как-то влияет на вес. Ой, вес. Предмет, который я поднимаю. И моя сила. Они влияют вообще как-то? Так. Что ж, начнем с основного нового заклинания. Используйте основное заклинание на манекене для тренировок. Акио. See how the dummy deflected your cast. This time, минутку. Cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Снаряжение. Так, а что у меня прибавилось-то снаряжение? Летающий, так.
Так. Опять что-то добавилось. Ну здесь тогда. Здесь тогда добавлялось. И одно. Рукоятка палочки. Рукоятка различные. Так, нет, для вашей палочки можно применить вот, меню снаряжения. Рукоятка палочки в основном встречается в сундуках, разбросанных по всему миру. Подожди, если просто как украшение и ничего не дают, то смысл тогда? Инвентарь. Письмо. Письмо есть. А вот снаряжение. Чтобы разбудить. Так, прогрессия в основной истории. Ага. Надо дальше просто двигаться по истории. Страница руководства. Так, завершить основные задания. Так. Легендарная накидка. Ладно, поехали далее. Удивите своего противника, и он станет так. Ага. Опа. Хорошо, теперь основное заклинание. На, прекрасно. О, неплохо. На. Очень хорошо, но лучший способ практики – это дуэль. Начнем с вас двоих. Дуэлянты на позицию. Сейчас поприветствуем. Так, запомните, на этой дуэли допускается только Левиос, основное заклинание и Протего. Начинайте. Господи, я даже не знаю, как отреагировать на это. This should be easy. No. Let's just say I'm a quick learner. All of my students for this day. You're good. Now perceptive. No. Protego. Вот так. Вот получай. Try to anticipate. Я его выбил. Старайтесь предугадать следующий шаг противника. Я его выбил. Ну чё ж, победил его. Я молодец. Просто он лошара оказался. Not bad for a beginner. Не дурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. Да. Так подумаешь, откуда она шарала сухарь? Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложил. Призывые очки Конвард. Спасибо, профессор Гекат. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие совершения. Я требую от своих учеников безупречного знания предмета. Они способны этого достичь, а значит, обязаны. Дуэль в классе — это пустяки, а вот снаряжение с темными волшебниками или еще вероятнее с гоблинами — совсем другое дело. Снаряжение. Я понимаю, профессор. Советую вам предложить тренироваться перед любой возможностью. Возможно, мистер Селлон вам с этим поможет. Повторюсь, сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задания. Прекрасно. Так, это кто-то скажет. Эй, мне надо побазарить с тобой. Нет, не с тобой, а с тобой. С тобой же можно базарить? Давай, дичь. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you. Вот. Балбесина. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ну, есть еще кое-что. А тут замок. Ревелио. Блин, придется все равно, да, разговаривать? Nice work. Неплохо, сработано. Ну, давай, говори быстрее. Кстати, железное дело, посмотрите, вся в колючках, так.
Залез туда, и труп. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль, но о ней еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись, да, я будто против опытного дуэлянта выступил. Кстати, я Себастьян Сэллоу. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно пришел. Но может, это не первая твоя дуэль? Это... Ага. А нет, это моя первая дуэль. Ну давай, ответь ему. Пусть охренеет. In fact, it was. Если честно, то первое. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать сколько угодно, но я-то знаю, что магия требует талант и старания. Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Ну давай. Звучит интригующе. Закрытый и неразрешенный клуб? Это по мне. Отлично. Приятно знать, что я в тебе не сомнила это. Хорошо уверен, чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэлянтный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватило ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Хорошо, приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешенном месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусен или тебе повезло. Найди Люка Шумпсена у входа в часовую башню, если тебе это интересно. Так. Ну теперь-то я могу, да, с вами поговорить? Так. Всегда думал, что Левиоса чары для первокурсников, похоже, нет. Так, а что мне? Зачем журнал заданий? Что-то не понимаю. Ну, ладно. Так, скрещенные палочки, раунд. Поговорите... Так, мне нужно поговорить с Люком. Ну, давай. Снаряжение. Я не понимаю, почему у меня стоит... Какая-то отметка, что у меня нету ни хрена. Шапка. Этой шапки нет. Не знаю, это не то, что-то, видимо, творится. Так. После урочные занятия от Уизли. Так. Ага, вроде как и недалеко. Хрен поймешь, где это только. Ну-ка, я так смогу телепортироваться туда? Может, я там был? Так, это южное крыло. Не надо, вот сюда. У меня нету там ни хрена. Не, подождите, мне надо отслеживать миссию эту. А теперь просто хочу ему наковырять еще разок. Идем. Куда тут идти? Назад. Сюда. Блин, пойми, где вверх, где низ. Зал Иродианы. Да вроде недалеко, 100 метров нахрен. Только как туда попасть в эти 100 метров?
наш. Ладно. Ревелио. О. Блин, опять смотрите. Оп, к бойнице подходишь и все. Я так думаю, здесь все равно что-то надо делать. Какие-то звездочеты. И смотрите-ка, опять это замочная скважина, нахрен. Ревелио. Так. Дракон, вот. В следующий раз хотя бы можно будет сюда переместиться. Давай, беги. Такс. Попакс. Ревелио. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Девчонки. Не понял, где чё? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you fancy a mole? As long as for only one time a week, I can plunge the boy. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Это вот это. Not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did Rancorous Carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed us, did his containment charms. Так, ладно. So I took my revenge. Ревелио. Кто-то где-то сбрякало. А, ну, наверное, это он и был. Так. Это статуя волшебника Десмонта, долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Так, это что, лошадь просто? Ага. Давай. Что это? На этой карте изображен Аргельшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Ух ты. Теперь мы знаем, где этот черный дракон. А еще я вижу сундучок. Ревелио. О, подожди. Где у меня экипировка? Вроде что-то на повышение пошло. Так. Вау. Это что, нападение 4, а тут нападение 6. Так, без обновлений. А, я не могу, да? Это для 6 уровня или как? Блин. То есть я еще не достаточно развит. Ревелио. Ладно. Find these. We are making art. Идем сюда. Блин, да чего большой, как сказать, замок нахрен, это даже не мир. Даже если брать готику 3 или 2. Так там хотя бы мир был, а тут замок и, блин, вверх-вниз по этим этажам. Помимо этажей, в каждом это комнате может быть секретка какая-то. А в этой секретке может быть еще одна секретка, не знаю, там. Ага.
Lucan's just over there. Ревелио. Вот. Смотрите. Так, минутку. Lumos. Левиоса. Вот так. Теперь я знаю, что это за статуи. Ревелио. И как с ними бороться? Ой, а где-то я их видел, пипец. Знать бы только... Так, подождите. Знать бы только, где я их видел бы. Ревелио. Так. А здесь у нас... Lumos. Levioso. Accio. Вот так как-то надо это разбить. Ладно. Давай поговорим. Господи, смотри, какие доспехи. Как на тролле, что ли, там? Can I help you? Чем могу помочь? Себастьян посоветовал мне попросить у тебя. Так, ну раз Себастьян за тебя ручается, этого достаточно. Я провожу дуэли в скрещенных палочках. Это такой дуэльный клуб. Приглашение в него, кому попало, не дают. Так. Так что, видимо, тебе удалось впечатлить Себастьяна. I'm flattered to hear that. Мне лестно такое слышать, Себастьян тоже неплохой дуэлянт. Представляю себе, какую захватывающую так. Ты приходишь, я выставляю против тебя других участников, и тот, кто в итоге выстоит, становится победителем. Как мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы? А для большинства интереса, на кому еще и приз. Хочешь поучаствовать? Конечно. Только я так понимаю, мне все равно будет прокачивать все это. Of course. Dueling's an это отличное развлечение. I agree. Согласен. Кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. На первый раз станешь в пару с Себастьяном, а затем можешь привести кого-нибудь еще или сражаться в одиночку. Ну что, рискнешь сразиться? Да-да, я же тебе сказал. Get me in the ring. Веди меня на ринг. Замечательно, сейчас полетят искры. Блин, а я думал, дверь открыта, думал, это в маятнике дело. Чтобы тебе дверь лошадь открыть, думал, маятник как-нибудь застопорить. И... дверка откроется. We'll make you regret. И еще пожалеешь, что записался. Ух ты. Ну давай, попробуем. Так, привязка к цели позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажмите для переключения между целями при использовании привязки. Так. Ну давай, допустим. На. На. Да тихо ты. Левиоса. Левиоса. О, стейк на. На. Да подожди ты. Я его сейчас нахреначу так. Опа, 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 да опа. Победа. Нам полагается приз. Что-то я не понял. Что все закончилось?
Nice work. Неплохо. Себастьян, в тебе не ошибся. Дальше соперники будут посильнее, но если ты продолжишь в том же духе, можешь стать новым чемпионом. Чудесно, я согласен. Хорошо. На подготовку дуэли нужно время, так что приходи позже, может, я что-нибудь придумаю. Хорошо. Еще раз поздравляю с первой победой в скрещенных палочках. Отличный бой. Да, вот. Так, теперь надо думать. Hope to see you back here again. Revelio. Lumos. Так, а надо заморозить, может? Revelio. Так, или лошадь. Так, что-то я тут... Левиосо. Нет. Акио. Ревелио. Я думаю, дело в маятнике. Ладно. Начнем свой путь немножко еще по-другому. Так. А я там был? Я вроде не туда нажал маленько. Ладно. Точно не туда. Также приверженники, так, обращайте внимание на необнаруженные точки с летучим пламенем, чтобы разблокировать постоянные точки быстрого перемещения и сократить время, необходимое для открытия новых видов деятельности и для обнаружения. Ну, я так и думал. Некоторые задания дают особые награды, такие как новые заклинания или коллекционные предметы. Обратитесь к журналу заданий, который поможет вам решить, какое из них выполнить следующим. Вот и можно было бы так. Вот я прошел вот эти вот статуи, которые я уже знаю, как открыть. Чтоб я вот так вот прошел. И знаю, где они находятся. И брата к ним возвратился. И пух-пух-пух всех. Так. О! Это я знаю где. Это мне, по-моему, сюда надо. Да. Да, действительно, не туда ткнул. Эй! Ну все, теперь-то ты не уйдешь от меня. Так. Акио. Опа! Еще одна должна быть. Вот так. Но там я пока не знаю. И где эти статуи, блин? Вроде вот они были. Как начнешь искать, где я только не побывал. Это пипец, как у меня память иметь феноменальную. Так, ладно. Так, где у меня задание? Нет задач. Недоступных задач с взаимоотношениями. Побочных задач. Это что, все задания? А, это выполнено. Так. Давай, вот сюда. Посмотрим, куда нас приведет эта тропинка. Прямо. Протего. Давай. Ага. Последнюю давай. Ну давай. О, а я здесь был только с другой стороны.
Вот он. Левиоса. Забираем. Ревелио. Ага, вот эту надо собрать будет. Надо только не забыть, где ты находишься. Так. Это, по-моему... Нет. Не собирал еще. Давай, читаем. Что ты за дракон? Ну, давай. Тормоз. Этот фонтан на дворе трансфигурации и соображение Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированный сэром Кедаганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Помимо его воли? Как так помимо его воли-то? Ревелио. Ага. Минутку, подожди. Нету, да? Ладно. Off on another adventure, are we? Безупречные занятия с Уизли. Давай, 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 давай. Ревелио. Вот что-то слышу, где? Мне как-то надо на звон, не знаю, идти, что ли. What about the room, а как насчет комнаты, профессор? I was thinking the same thing. Я как раз думал о том же, Дек, если ты поможешь. Ох, простите, Дека. А вот и вы. А вот и я. Дальше-то что? Надеюсь, ваши первые уроки прошли хорошо. Да, профессор. Профессоры Гекат и Ронни тоже так говорят. Похоже, профессор Фиг кое-чему вас научил, пока вы отклонялись от маршрута и осматривали, как вы выразились, какие-то руины. Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве я не права? Нет, профессор. Nothing more, professor. Ничего необычного. Понятно. Все равно, что заставить Глизни читать стихи. Как бы там ни было, вам нужно восполнить свои знания. Для этого я попросила ваших преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить процесс обучения. Почему по-английски они два слова буркнут, а мне должен полчаса тут переводить? Профессор Рогин говорил об этом. Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам первое задание. Теперь, что касается посещения Хогсмида, о котором я говорил ранее. Мы договорились восполнить утерянные вами по дороге в школу семена, рецепты зелий, магические рецепты и все остальное. Спасибо, профессор. А мистер Оливинд подберет для вас идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если использовать собственную. Так. Можно идти, что вы можете рассказать мне о лавке с зельями? Магический рецепт? Значит, здесь действительно есть магазин. Так. Конечно, есть, если он там не про нас сказал. Впервые слышу про магический рецепт. Что это? Магический рецепт – это своего рода рецепт для создания предметов. Я расскажу вам о них больше, когда начнем работать с магией трансфигурации. Давай-ка, о лавке зелени ко мне расскажи, старушка. Старушка, старая клюшка. Картины живые, блин. Не чтоб у нас такие были. В лавке зелий Джея Пиппина широкий ассортимент ингредиентов для зелий, а вот рецепты ни одного но профессор Шип попросил их подобрать несколько особых рецептов для вас. Ага. Ну давай, глупый вопрос зададим.
Спрашивай, спрашивай. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Есть, почти все покупают палочки в косом переулке, но нам повезло, это поблизости. Есть еще один магазин. Мистер Оливандер – настоящий мастер своего дела и весьма искусный изготовитель волшебных палочек. Ни к какому другому я бы за новой палочкой не обратилась. Я могу идти? Ну... I'm eager to get to Hogsmeade. Мне не терпится попасть. Так, очень хорошо, отправляйся туда с кем-нибудь из одноклассников, пусть поможет вам сориентироваться. Пригласите Себастьяна, Сэллу или Натсона Уайн. Я заметил, что вы неплохо ладите с ними. Давай, может, найти с девочкой пойду. У нее хоть вкус есть. I'd like to go with Natty. Я пойду с Натти. Замечательно, мисс. Она одна из самых талантливых учениц школы и хорошо знает Хогсмид. Она поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Виктора Руквуда. Руквуд? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ними его бандой, особенно его правой рукой Теофилом Харлоу. Теофил. Когда выполните задачу профессора Ронина, идите к дверям замка. Не теряйте время, быстрее закончите работу и сможете насладиться кружкой сливочного пива в трех метлах. Пиво? Ученику? Мне вот прям нравится эта школа уже. Так. Чтобы... Так, поговорите с профессором, чтобы получить свою первую задачу. Задача это особый, так. Где ты сбрякал? Куда идет? Большой-большой секрет. Ну давай, старпёр, что ты там, птичек своих гоняешь? А, there you are. А, вот ты где. Конечно, я тут стою перед тобой. You have a new spell to teach me, профессор, вы собирались показать мне новое заклинание. Безусловно, это очень полезное заклинание, восстанавливающее чары Репаро. Господи, смотри, что у него с мордой. Эти чары чинят вещи, сломанные предметы. Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как уже говорил профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, вне классные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать, но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительное задание, чтобы отточить навыки. I have arranged some и как раз подготовил несколько таких заданий сегодня. Выполните их и сообщите мне, вы быстро освоите репаро, даже не сомневайтесь. Я выполню задание. Даже спрашивать не буду, зачем. Ну давай, булькай уже. Уф, какой трудный, это просто кошмар. I'll start on the task right away, professor. Давай. Учи. Так, выполнение задачи профессора Ветона. Ну давай. Профессор. Профессор, а для чего эти задания? Чтобы освоить новые заклинания, вы должны получить практический опыт. Вот для чего нужны эти задания. Удачи, скоро увидимся. Понятно. Итак. This is the right area. Подожди. I wonder where the flying page is. Заберите. Ага. Вот она. Забрал. Заберите прочую страницу в башне защиты от темных искусств. Подождите. Давай. Башня защиты темных искусств. Мать ее. Искусство.
Работа в области искусства меня навлекла к себе давно. Безумные рождает чувства, великокистей полотно. Давайте будем нести искусство людям, берут они охотно. Старинные полотна. Вот она. Опа. Все, возвращаемся к профессору. Блин, дольше бежали сюда. Итак, я пришел. Бриллиант. Да бред, я тоже знаю, что бред. Сейчас пока он наукнется. Старый. Профессор, задачи, которые вы мне дали, готовы. Прекрасно вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверены и дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Приготовьтесь. Yes, sir. Да, сэр. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ага. Ну давай, дошел наконец-то. Репаро. Репаро. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Вот так. That's it, Revelio. Если хотите поупражняться, попробуйте снять волну, разбившую статуи. Да все уже. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Куда мне дали это идти-то надо? Четыре процента пройдено только. Страница руководства 16%. Задание. Награда «Внешний вид снаряжения» в комплект одежды с регалиями Хогвартса. Так. Коллекции. Ну, можно даже отдельно про них читать, да? И у нас... Вот это я, блин, так и не понял. А, мне же надо за палочкой. Так. Так, посетите и раздобудьте необходимые принадлежности. Вот куда мне надо. А чё? Куда мне идти-то? Почему у меня путеводителя нету? Компаса моего. Давай, 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 рожай, рожай. Ой. Задание. Добро пожаловать. Это выполнено. Посетите. Так, добро пожаловать. Космит. Вот так вот. Вот, веди меня. Итак, случилась у меня очень неприятная ситуация. Я провалился в текстурах и кое-как выбрался оттуда. Поэтому это было очень неприятно, кстати. И Ревелио. Взял. Смотрите, прикол. Ну давай прочитаем. Ну давай. Прогружайся.
Видите, он не прогрузился еще. Посмотрите на лица сидящих, стоящих. Это видеокарту надо, как я говорил, желающие помочь любой суммой. Реквизиты внизу в описании. Ну чё ты, блин? Так, богато украшенный фонтан с искусственно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. А теперь кружись. Так. Нет, мне не сюда. Вот сюда мне. Девочке надо помочь. Давай, говори с ней побыстрее. Только. I really have made a mess of things. Она попросит нас помочь. В общем, изобрела она заклинание, которое позволяет... Ну, хотел сделать книгу легче, получилось, что... Ну, короче, книги стали летать по библиотеке. А библиотекарь ее не любит. Вот она сейчас попросит нас вернуть эти книги. Да, конечно, верну. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation. Because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Ну, отвечай. Говори, кому говорят, говори. Блин, вот это... Thank you. Спасибо. Ну, не думаю, что библиотекарь с тобой согласится. А мне не надо, чтобы он со мной соглашался. Я беспалево все сделал. Я же профессионал. Давай. Они сказали мадам Пилграмму, что это мои книги тут разлетелись. А библиотекарь ее не любит, потому что она уж больно часто там это использует так. Слишком часто там пользуются всем. И библиотекарю почему-то это не нравится. Там, кстати, это будет сейчас это картина библиотекаря. Первого или второго. В общем, тот еще извращенец. Почему? Прочитайте, узнаете. Пойдем. Далеко идти не надо, по-моему. Где? Вот она. Давай. Сметаемые с полки. Прогружайся, ты что, мать. Вон она. Так. Идем сюда. Берем дневник. Так. Может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке. Кто-то уже не раз тайком пробирался в запертую секцию. А Крисида Блюм, похоже, читает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Давай, где ты там? Сейчас он полетит, книжка. Так. А где-то тут еще что-то было. Это все крутится, вертится. На. Lumos. Сундук. Ревелио. Кстати, первый раз я его не взял почему-то. Не-не-не-не-не, так. А, подожди. Он за стеной? Нет, не за стеной. Ревелио. Реперо. На. Акио. На. Блин. А как мне ее тут? Ревелио. Я так думаю, что через огонь надо как-то проходить. Левиосо. Акио. Реперо. Ни хрена. Ладно. Ревелио.
Ну тут, как видите, ничего нету. Да пуди. На. Собрал книгу. А, это дневник. Вот. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свои дурацкие зелья золотых глазок, которые я так долго настаивал. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных в зельеварении, и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин новое, снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Так, где-то еще должна быть книга. На. Опа. Что-то еще собрал. Сейчас прочитаем. Вот. Ревелио. И это только полбеды. Давай. Вот он, извращуга. Почему? Давайте почитаем про него, и вы все поймете. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шума студентов и прославился постоянным использованием заклинания «немоты» при малейшем чихе. Представляете, да? Так. Где-то должна быть еще одна книга. Ух ты, там зеркало. А здесь сундучок. Ну давай, так, сундучок мы открыли. Lumos. Это я знаю где. Я потому что уже ее собрал. А так получилось, что у меня записался звук, но не записалось видео. Поэтому вот перезаписываю видео. Ой, как, блин, и там-то... Ага, ага. Да. Так. Ревелио. Летающая книга. Ага, вон она. У меня почему-то так учится, что здесь в этой библиотеке еще много всяких секретов должно быть. Просто они по порядку открываются. Вот, где ты? Вот она. Все. Теперь назад. Спускаемся. Сейчас отдадим ей все это дело. Ревелио. Нет, здесь ничего не вырывает. А, замок. А, тут тоже ничего нет, точно. Тут замок. Так, нам куда? Кто-то взяли денежку. Так, а там где-то мы видели. Акио. Да нет, Ревелио. Нет. Зеркало, короче, мы там видели. Все, выходим из библиотеки. А вот это интересно, тоже же оно. Тоже выход. Тоже выход. Поговорите с Кресидой. Так, конечно, поговорим. Давай, давай. Ждун. Прогружается, блин.
Ну ё, что ё мать-то. Видяха вообще не то. Ну ладно. Будем стараться. Да открывайся ты, блин. Эй. Еще кто-то присел. Итак, мы отдаем ей беззаветно, ничего не требуя. Почему? Ну, потому что я думаю, если требовать, она вой. Я думал, ты не такой, а ты как все. А я не такой. Все такие, а я не такой. Hello, Cressida. Так, привет. Я забрал твои книги и дневник заодно. Oh, what a relief. О, какое облегчение. Спасибо. Давай, с радостью заберу. На, возьми. Here you are. Well, lesson learned. Ну что ж, усвоил урок в ближайшее время, я однозначно не стану использовать чары в библиотеке. Now, так. To work out where потому что там, кстати, есть еще исправить, если вы хотите что-то выпросить. Вознаграждение. Там все равно будет, чтобы исправиться. Так, а теперь бежим. Так. Нам сюда, по-моему. Да, нам сюда. И вот она нас здесь ждет. Не прорисовывалась. Подождите, не прогрузилась еще. Но она здесь стоит. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. А я пока подожду, когда прогрузится и загрузится она здесь. Пока!